Так, яровая пшеница, когда перестаивает, начинает осыпаться. То есть любой перестой — это осыпание. Осыпание, вот так вот происходит все это. Вот голосок, когда она трется друг от друга. Чешуйки отлетают, раскрываются, когда пшеница подпадает под дожди, набухает и получается расширяется за счет влаги, а потом опять, высыхая, меняет форму, уменьшается в размерах, то есть она высвобождается из самого колоска и таким образом раздвигает чешуйки и вываливается. То есть такое тоже бывает. Так что вот так можно тоже терять, особенно на участках с хорошей урожайностью, потому что там как раз у тебя получается колос выполнен, тяжелый, вот тоже висит, она легко может свалиться. Оп. И все. Своевременность позволяет избежать такие потери.